Вот. Это мой фаворит. Это моя любимая. Захват сибирских водоемов. Как вернуть людям берега рек и озер. Ну, безусловно, очень хорошо чувствуется, что авторы, а их тут несколько, по-моему, да? Да, тут коллектив авторов, все очень хорошо. Очевидно, тут чувствуется, что у авторов, или, по крайней мере, у главного в этой истории, есть очень хороший журналистский бэкграунд. Он, собственно, в своем блоге так парень, не помню, как звать, он об этом пишет, что он занимался журналистскими расследованиями, и вот решили посмотреть, как со стороны реки выглядят, со стороны воды выглядят незаконные постройки вдоль береговой линии. То, что они представили, если честно, меня ужаснуло. То есть я подозревал, что у нас, ну, мягко скажем, не всегда соблюдается законодательство по охране береговой линии, но чтобы в таких масштабах, чтобы так нагло, чтобы так не прячась вообще, вот то, что невозможно спрятать пирс, я от этого в шоке. Меня очень сильно подкупила в этой идее, во-первых, значимость, во-вторых, простота исполнения, а в-третьих, ну, достаточно хороший технологический уровень реализации проекта. То есть разнообразие форм, все они применены с моей точки зрения вполне адекватно. И так далее, и тому подобное. Я вот если бы все-таки я бы делал какой-то топ работ, топ материалов, то, вероятно, это был бы один из самых главных претендентов на первое место. Меня немного смутило, ну, мне не хватило рассказа. То есть, если мы говорим, что представленные жанры по сути являются лонгридами, то вот рид есть, а лонга нет.